Здравствуйте, с вами Игорь Мратов. В этом видео я покажу вам, как заблокировать надоедливые уведомления в Фейсбуке. Например, вот у меня в ленте, вернее не в ленте, а вот в уведомлениях появляются вот такие уведомления. Tony Tales добавил, опубликовал новую рамку. Вот совсем недавно то же самое было. Tony Tales опубликовал новую рамку. Я что-то не помню, чтобы я подписывался на этого человека. И обычно, вот когда у вас есть такие уведомления здесь, и вы хотите узнать, а кто это, так сказать, вы добавляли этого человека в друзья или нет, то вы просто нажимаете на его фото. Нет, не получается. Вот уже когда в публикации, тогда вы можете увидеть, кто это. И так сказать, увидеть в друзьях он у вас или не в друзьях. Ну, то есть, если уведомления какие-то надоедающие, то если человек вам добавился в друзья, то вы можете его удалить. Вот. А в данном случае, например, вот эти Tony Tales, я когда нажимаю на фотку этого человека, то не перехожу в какой-то профиль, который мне описывает, кто это такой, что это за Tony Tales, почему мне пришло уведомление. Поэтому здесь нужно действовать по-другому. Значит, смотрите, здесь посложнее, здесь нужно просто запомнить, вот как он называется в Фейсбуке, Tony Tales, и в поиске прямо набирать это имя. Тогда вы только сможете зайти на этот профиль, который вам прислал какие-то уведомления. Нажимаете поиск. Вот тогда вы увидите, что это за страница, можете зайти на нее. Так, и здесь вот для меня, например, непонятно, почему у меня эти уведомления появились в моих вот здесь вот в уведомлениях. Потому что я зашел на эту страницу, я вижу, что отметку нравится я не ставил, подписаться я не ставил, то есть все эти кнопки выключены. В общем, совершенно непонятно почему. Поэтому если бы я был подписан, то я бы мог здесь, чтобы отказаться от этих уведомлений, я бы мог нажать «Отменить подписку». Или если у меня бы стояла здесь отметка «Нравится», я бы мог ее убрать. Но в данном случае, как мне избавиться, например, от этих уведомлений? Тогда мы заходим снова в уведомления, заходим, ставим курсором на вот эту строку, Tony Tales опубликовал новую рамку. И вот здесь появляются три точки меню. Вот его нажимаем, и можно что сделать? Скрыть уведомления, либо можно вообще выключить уведомления о публикациях рамок профиля. То есть скрыть уведомления — это только конкретно вот это уведомление. Но вот поскольку у меня сейчас их два таких сообщения, давайте одну из них мы просто скроем. Вот. Это не повлияло на то, что остальные сообщения, уведомления от этого профиля будут приходить. Видите, второе осталось, Tony Tales. Тогда нажимаем здесь три точки и нажимаем «Выключить уведомления о публикациях рамок профиля». Вы больше не будете получать уведомления о публикациях рамок профиля. Вот такой простой способ для того, чтобы избавиться от надоедающих уведомлений. Спасибо за просмотр этого видео. С вами был Игорь Мратов, и до новых встреч.